Всем приветик! Сегодня у нас 27 декабря. На улице у нас минус 3 всего-то. Вот, время-то у нас 4:30. Я сегодня как бы выходная. Дочь у меня дома 2 дня. И я дома. Поспала сегодня как слон. Вот сейчас есть захотела. Помыла вот эти вот крылышки. В своей вот такой страшненькой сковороде сейчас я их приготовлю. Есть охота. Вот. Что я буду для этого использовать? Сейчас. Посолю морской солью. Морской солью крупно сейчас посолю. Не знаю, как это будет выглядеть. Наверное, зря. Ну, растает. Ничего страшного. Так, что у меня есть? Добавлю бальзамический уксус. Добавлю экстра вирджин боргес масло оливковое. Южных специй. Карри. Вдобавок сливки у меня вот остались 20%. Все это у меня должно не жариться, а быть в сливочках. Сейчас еще гречневую кашу сварю, гречку отварю. Вот сейчас это все это руками я здесь пожамкаю и отправится у меня на страшную сковороду и в духовку. Цептеровцы, трепещите. Варю в вашей кастрюльке, но обычным способом гречу. Столько сейчас мне бы посыпалось всяких слов. Но поверьте, я не рекламирую посуду Цептер. Просто купила, захотелось. Испробовала ее, как положено. Не понравилось. Теперь я пользуюсь этой посудой, как и обычной посудой. Но душа моя успокоилась. У меня есть кастрюлька цептеровская. Поэтому, пожалуйста, не пишите мне больше никакие комментарии. Вот. Я ничего не рекламирую. Отнюдь. Поэтому спите спокойно. И занимайтесь пропагандой своей в других, на других каналах. Мне это вообще не интересно никак. И комментировать больше не буду. Я сейчас занимаюсь чисткой своего компьютера. Какие-то видео сбрасываю на диски, какие более-менее такие памятные для моей семьи. Вот, чтобы потом какие-то просто удалить. И хотела бы несколько слов сказать о трагедии, которая произошла на Черном море. Я когда услышала про это, у меня ведь только муж улетел на работу. И буквально утром я просыпаюсь на следующий день и вот слышу про эту трагедию. И я в шоке, девочки, я плакала. Ну и вот когда вот так вот в самолете погибают люди, и тем более не просто непростые люди, вот такие как я, которые просто среднестатистические люди, которые пришел, ушел на работу и жил своей жизни, а люди знаменитые на всю страну. Ой, я в шоке вообще. Все люди талантливые в этом самолете. Начинают экипажи. И кто там был вообще, кто полетел. Вообще все люди что-то значат для нашей страны. Весь цвет нации, считаю. Но я в шоке. Все, вот смотрю, пишут различные версии этой трагедии. Но говорят, что был в самолете перегруз. Но он же каким-то образом долетел до Адлера. Он же вылетел из Москвы. И говорят, что он просто дозаправился в Адлере и полетел дальше. Он же как-то с таким перегрузом летел с Москвы до Адлера. А почему-то с Адлера он взлетел и перегруз. Все люди военные, которые летели на этом самолете, да, они знали, куда они летят, что там страшно, что могут избить. Но именно там, на войне. Но погибнуть здесь, в России, так нелепо. И опять же, по чьей-то халатности, я считаю, это чья-то халатность. Конечно, разберутся, людей накажут. Но столько людей погибло. А сколько остались в горе.
которые здесь остались на земле, и это же, я не представляю, это горе как пережить. Очень соболезную всем. Ужасное горе перед Новым годом. В общем, я в шоке. А про доктора Лизу только смотрели, как ее награждали. И вдруг ее не стало. Это человек с большим сердцем, который помогал детям, старалась всем помочь. Таких людей мало. Очень сочувствую и соболезную семьям погибших. Всем. Девочки, открыла вот этот арахис из фикс-прайса. Хочу вам сказать, очень достойный. Не жесткие. И арахис там прям вкусный. И вот это какао нормальное все. Прям по моим даже зубам. Мягенько все, вкусно. Буду еще покупать и вам советую. Так вот выглядит мой ужин на сегодня. Два крылышка, кашка гречневая. Там вот это вот у меня со сливочками подливка получилась. А это лечо из баклажанов, мое личное. Кто кушает, всем приятного аппетита. И до скорой встречи. Всем пока.